Сказали вначале, что испытываете в общении на испытание на ложь. Первое. Испытать очень трудно, дальнейшее покажет. Вот приезжает один человек, у него достаток, все есть у него. Но он открыто сказал, я матерюсь. Он не солгал. Честный ответ. Честно ответил. Если он не сказал, Бадин приехал, я не матерюсь. На третий день мы уже узнали. Мы узнаем. Ну это еще цена. Понимаете, обстановка такая. Дарфина, конечно. А, он обязательно проявится где-то. Ты обманул, давай сначала начнем. Вот ты бумага. Ты написал, что не будешь этого делать. У тебя этого нет, тебе и делать не надо. Ты подал заявление, тебе назначили испытательный срок, это в течение года. Он не имеет права голоса. Это наш устав, в краевом отделе юстиции зарегистрировано, это все официально. Вот к нам в деревню заезжает, 5 дорог идут, и на каждой написано, на территории деревни курить запрещается. Если приехали женщины, у кого-то что-то купить, из машины вылазить нельзя, если она в брюках. Принесут юбку, оденут, тогда выйдешь оттуда. Это у вас все... зарегистрировано как местное, по закону о местном самоуправлении, да? Территориальный орган самоуправления. Ну, в краевом отделе юстиции, все там, устав находится, ну, все, что положено. А детей у вас не пытались отбирать? Никак. Ну вы им даете сельское образование? Ну, на школу государственную, на филиал Борщинская школа, там сельсовет, а у них как бы филиал, у нас восьмилетки. Государственная программа, дословно, но... Ну, в государственной программе есть такие вещи, как этот, валиология. Ну, а нет, вот у нас нет этого. Не, ну они, то есть... И даже в бою нет, и не будет никогда. А и вот как в этом случае? У нас прививки никак, никак, просто сказали нет, и все, а что они могут сделать с нами? У нас молитва все перешибает. Вот, допустим, утонули 6 на Азовском море в детском лагере. Я начальник, основатель детского лагеря 40 лет. Без помощи государства тысячи детей поднять. Вы понимаете, что в каждом бы селе это было, мы бы Россию в один год подняли. Но почему ты этого не делаешь? Ты почему не делаешь? Почему ты это не делаешь? Почему мне это надо? Я 17 лет работаю в тюрьме. Нахожу все, отходы, бумагу, там не хватало приемников, у них выступаю, собираю яйца на Пасху, несу, там мыло, иду в администрацию. Это люди, которых в Китае не вышли, когда срок заканчивается, они к нам придут. И этот сгусток злобы выпустится сюда. Задача, кем он выйдет? Один вопрос. А вы посмотрели, когда они выходят, меня эти люди встречают. Он дома жену так не встречал. Как тяжело нам было, а вы в это время единственный человек приходили. Мало того, у меня еще был доступ до личного дела как следователь. Это вообще вещь неслыханная. Почему? У меня близкая дружба с прокурором края, генерал-полковник, лейтенант. Это Бог так делал, это я никто, я просто обыкновенный лапотник. Доступ до смертников, ну теперь до пожизненных где-то. Начальник тюрьмы, пока я здесь, никогда ваша нога не ступит. На утро уже дверь открыта. Он сказал, это дело другое. Но как Бог сделает? Мэр, наш мэр, входит в десятку лучших мэров России. А он ко мне на дом приезжает. Притом он голубят их и я. Когда у меня все похитили, я вернулся реабилитирован после, то я... Через короткое время начал требовать возвращения похищенного. А возвращать-то нечего. Ну, то есть, по делам-то их должно быть как. И суд идет 11 лет. Вот, посмотрите документ. Считайте. Сейчас Володя дает. Я не вижу очки. А сейчас Виктор просчитает. А вот ты видишь или нет? Просчитай. Комитет по социальному и пенсионному обеспечению населения. Администрация. Ну да, еще напечатано это. Город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Так, что тут напечатано? Барнаул? Лапкин. Нет, ну вот это, вот по порядку считайте, вот. А, поэтому. Ну, для видения настоящего свидетельства имеет право на льгот, установленное статьей 16 закона РСФСР о реабилитации жертв политических репрессий. Свидетельство бессрочное и действительно на всей территории Российской Федерации. 2 июня 99 года. Понятно. Я судился. 11 лет шел суд. Вещь невероятнейшая. Если утвердил Верховный суд страны, то это уже мертвое дело, гражданское дело. А мое дело вдруг повернули назад, они отказывали мне. Президиум Верховного суда отменил на новый рассмотр, и я выиграл процесс. Но выиграл там совсем немного, 1/200 часть. Они должны были мне 11 миллиардов. Понимаете? Эта фонотека оценена была по государственным расценкам. Но у них и этих денег не было. И тогда я предложил рассчитаться недвижимостью, домами. На Марице где-то надо было два дома.
общее 226 квадратных метров и 13 соток в центре города. И там мы молимся. Мы начали переоборудование строить, мэр города сразу приехал, посмотрел. А он как раз перед этим была статья в газете, вот, сфотографировались там по рукам и даже поцеловались. Это Бог так делает. А как вы относитесь к тому, что делают некоторые домашние церкви, домовые церкви? Как вы к этому относитесь? Ну, смотря какая причина. Она домашняя церковь, домовая, должна быть в каждом доме. Вот вы в храм не пойдете, у вас жена, дети, вот это есть домашняя церковь. Нет, нет, речь идет о другом, именно о сантиминцам. Ну, смотря с чем это связано. Вот у нас первые годы так и было в доме. Первую Пасху встречали у батюшки иконостаса, и сантиминц на подоконнике стоял. Ну, и сама она сделала первый дом-то. А теперь у нас храм построили, все официально, епископ приезжает, служит. А вот вопрос. А вы пресекались с катакомниками? Вот, а нас такими и считают, мы как раз те есть. Не, нет, секундочку. Есть катакомники, которые там, я слышал такой, как бы старец его называют, в Дивеево, такой Иоанн. Нет. Нет, никак. Нас считали все время катакомдами. Нет, но мы открыто, мы действуем открыто, работаем на государственной службе, служат в армии, но у нас присягу не принимает никто. Вот у нас строжайшие, не принимают присягу, клятву не даем. Идут в армию на альтернативной основе. Идут с бородами, возвращаются, там соблюдают посты, все как положено. У нас оружие никто не берет. И у нас на это есть твердое обоснование на основании Библии святых отцов. Это все в одной книге. Книга называется «К истинному православию». А воины, получается, православные, которые служили царя, они что, получили? Они получили свое уже. Они еще проглотите эту желчь, которую накопили. Где что накопленное царями воевали? Ничего нету. Россию делить будут нынче осенью, ну максимум через 2 года. А Хьюстонский проект уже в полном действии идет. Ну, а все-таки вот. Вот как вы относитесь к тому, что все-таки высшая власть, ну, имеется в виду, как помазанником Божьим, вот все-таки... О царе говорите? О царе, да, говорите. Ну и что? Вот все-таки, как ваше отношение к царству? Отношение есть? Такое, как Бог дал, так и слушаемся. Саула народ выпросил, народ выпросил, на свою голову. Он город Нового священнички уничтожил, пошел к ведьме и закончил жизнь самоубийством. Лучший Бог избрал его. И он Самуилу сказал, вы согрешили против Бога. Вы отвергли меня через пророков, Бог отвечал. А мы хотим, как у всех народов, у нас был царь. Ну, взяли царя. Какой царь? Царь Николай никудышный был, такое допустил, такое распутство. Да Петр Первый позволил бы это или нет? Ну, Петр Первый или Николай Первый. Да он бы 500 декабристов этих сдернул, и все кончилось. Но из царей по-христиански лучшего Николая Второго никого не было. Он достоин канонизации. Да. Как христианин он... Понимаете, он в другой сфере был, чем те цари. Но он же просился, чтобы его патриархом поставили, да. Это. И все промолчали, все. Я не говорю, правильно или неправильно, но факт есть факт. Да. Вот так. И поэтому будет царь, принимаем, нету, мы трудимся. А что сегодня царя дать, когда говорят, люди без царя в голове? Его сметут. А вот как вот священники, клиники, они же не имеют права служить, священниками быть. Там есть небольшое такое, как бы... резюме, что при великой нужде никаких священников больше нет, то допускается. Есть ссылка в правиле. Это очень редкое место, которое указывает, ну, хотя он по нужде принял крещение, великой болезни, болезнь его затрамбовала к христианству. Не ставили. Но, однако, когда никого нигде нету, тогда можно ставить. Ну, приходится согласиться. Вот мы говорим, мы против объединения были на то. И молились, чтобы нам не забунтовать. Ну, мы согласились. Но у них как там проходили? Сейчас 5 лет, постепенно все вошли в Московскую патриархию, кто-то к Агафангелу Пашковскому там на Украине, кто-то к Тихону Омскому. А мы никуда. Мы стоим на месте. И они сейчас не знают, что с нами делать. Признаем патриархию, патриархатично служит. А патриарха мы, у нас Иларион, мы напрямую Иларион, а Иларион патриарху. Мы не пойдем напрямую никогда. Они сразу все уничтожат. Уничтожат общину, детский лагерь, деревню, они сразу все уничтожат. Да. Это все выставлено в интернете. Но вот когда зайдете на сайт и на форум, как у нас рабочая группа, я в епархии выступаю по этой теме. И рядом сидят 5 священников, и я говорю слово перед ними. Вот в интернете, ну это мне не в интернете, а на занятиях в университете, задавали вопрос, что бы вы сделали, если были патриархом? Ну я говорю, не дай Бог,
чтобы это было. Ну а если бы было, давайте теоретизирую. Первое, что бы я сделал, я патриарх, пошел починиться. С сегодняшнего дня я приказываю, не советуюсь ни с кем, я же единовластный начальник, прекратить строительство всех храмов. Чтобы государственных денег ни копейки нигде не было, это кабала. Первое, прекратить. Так? Второе, открыть все деньги, которые освободятся, бросить на издание новых заветов. Третье, в один день я патриарх, я открываю 1000 училищ. Но в них я поставлю проповедовать не этих семинаристов. Я выпрошу лучших баптистов, и каждый из них подпишется, что православную догматику ни один нигде не будет задевать и трогать. А не знать, что говорить и проповедовать. А что в храмах? Теперь священники, которые не достигли 30-летнего возраста, согласно 6-го Вселенского собора 14-го правила, должны быть запрещены ждать урещенных лет. Все, которые крещены не в полное погружение, крестить по полному погружению. Ну и я сказал, имя свое менять не стал бы, я в честь Игнатия Ростовского Чудотворца назвался бы в честь Игнатия Богоносца. Ну и до вечера постараться найти место, где бы церковная мафия, чтобы не достала, не убила. У меня конкретная программа. А они когда в захарят, я говорю, я не патриарх, я просто ответил. Я это все патриарху Кириллу написал. Если бы вы знали, говорю, патриарх, кто вашим именем прикрывается, что они вытворяют, что они делают. Как они обманывают народ, как они гребут последнюю шкуру, дерут с него. Такие цены назначают, уму непостижимо. А люди приходят ко мне жаловаться. Ну я не патриарх, я говорю, еще, меня не избрали. Ко мне с жалобами идут. Не с одного места, а с разных. А выход есть, плакать и молиться. Я больше ничего не могу делать. Простирайся к Богу. А скажите, как вы относитесь к тому, что епископ Дионит канонично или нет, на ваш взгляд? Вот то, что он там. Я Дионит Алферов. Нет, Дионит. Дионит абсолютно каноничный. Его антиканоничные истории. Исторжение его, снятие сана не каноничное. Что он сам анафемствовал, это канонично или нет? Он сам, нет, он не имел права этого делать. Он не имел права делать. Он не имел права, но он законный епископ. Он остался, и его никто не имел. Ну, это все фикция. Я каждый день молюсь за епископа Диамида. Каждый день. Он в моем сердце. Но он что делал, там вначале против мобильных телефонов, ну, это уже погнали, неизвестно. Говорят, там муру гонят в тумане. Нам нужно то, чтобы люди полюбили Христа, познакомились со Христом, жили для Христа во Христе. Жили по Евангелию. Чтобы мы с собой отобразили образ Христов. Я говорю, что литургия – это не служение только в храме. Вся жизнь литургии должна быть. Мы должны ликующую песню воспевать Господу за все окружающее нас. За скорби, печали, за болезни, за здоровье. Вот стонут, не надо стонать. Вот мы нынче приобрели машину, а у нас не на что. Мы приобрели. Вот мы книг загрузили 700 с лишним килограмм. Сейчас возвращаемся только на Листвяшне и домой. Опять загружаемся в другой конец. Нам это надо? Это моя родина. Вот посмотрели, вот у меня детский лагерь 40 лет, и лозунг висит, Россия должна встать. Еще пониже, Россия это мы. А Россия и должна дети встать? Это, дети скандируют, такие сопляки, Россия это мы. А Россия должна встать? Желательно. Россия все-таки является особой закваской в мире. До нее доходили и лопались здесь Гитлера и Наполеона. Без нее мир качнется очень и очень быстро далеко в ту сторону. Сопротивления никакого не будет, больше ниоткуда. А вот верите вы пророчествам о том, что будет война, в которой нельзя православному участвовать? Ну, вот такие вот. Ее вообще нельзя участвовать. Это я вам докажу в течение 20 минут, что просто дам книгу к истинному православию, достать завтра надо будет. И там есть. А я говорю вам, любите друг друга. И жития святых, Ирона, другие. Они не воевали. Они молитвой, говорят, мы большую пользу приносим, как-то Тациан, там, епископ говорил, чем вы своим оружием. Мы же должны для Бога трудиться то, что у нас есть. Мы за мир. И каждый день просим и благодарим за мир. Но куда воевать? Кого защищать? Олигархов? Их футбольные поля и яхты? Куда я отдам сына? Куда ты пойдешь? Зачем? А когда Китай пойдет? А перед Китаем даже не вздрогнем. 100 развернутых дивизий против одной разбросанной. Палками, бамбуками задолго, за полчаса. И он двинет сюда в плен. Как бы. Уже 25 миллионов живет на Востоке. Восток весь уже захвачен. Не надо играть, надо реально смотреть. Эти данные у меня в книгах помещены. Притом, говорит не кто-то, а генерал армии Ивашов. Ну какие еще? Родионов сказать. Ивашов, генерал-полковник, депутаты нашей Думы.
что готовится только партизанская война. Россия уже проиграла, она уже не наша. А партизанская война будет успешна? Когда? Партизанская война будет успешна? Не будет, она не нужна. Будет так, как назначено. Это лишняя кровь. А что делать? Ничего не делать, ложись и помирай. С Богом. Какая мне разница, что здесь будет, если я буду в раю? Какая? Вот нам на какая независимость? Какая независимость? Ну ты выйди на улицу, посмотри, кто у вас живет в городе, сколько этих чернявых, красивых. Где ваши русские женщины, где девушки, с кем? А мы шли, шли. Да не русские, это у вас да. Много таких. Так это конечно, не только здесь. По Франции уже 48% только мусульман. За последние, кажется, 15 лет в 32 раза больше мусульман стало в Канаде. Там уже все мусульманское. Воевать-то не с кем. Это мир совершенно другой. Чтобы, вот Дмитрий Смирнов выступает, он по военным силовым структурам, у патриарха. Ему говорят, отец Дмитрий, неужели так безнадежно? Он говорит, абсолютно. Единственное, что могло бы тормознуть маленько, если бы каждая женщина с сегодняшнего дня стала рожать 8 детей. Другого выхода нет. У нас в среднем 1,8 ребенка на семью. У мусульман 8,1. Ну еще непонятно. Ефир Арафат говорил, нам атомная бомба не нужна. Мы взорвем мир мусульманской маткой. Вот и все. У них 12 детей, это не чудо, у нас не найдешь. А Дмитрий Менделеев был 17 ребенком в семье. Вот у нас у отца было их 12 детей. Мир совершенно другой уже сегодня. Надо реально смотреть на это. А как вы относитесь к мусульманам? В моей книге 18 том там показано. Я им свидетельствую. Моя переписка с мусульманкой. Она преподаватель теологического факультета в Баку. Она готова уже сегодня крещение принять. Она ходит со своими студентами, мусульманками в православный монастырь. Читает псалтырь. И наша переписка на моем форуме. Заряди в поисковик. Когда зайдешь на форум, переписка, и там переписка, в прошлом году я переписывался с руководителем одной секты, харизматического, 11 лет у них был руководитель. Мы переписываемся с ним, переписываемся, наконец он все оставляет, принимает крещение в полное погружение, сейчас готовится на священника. Это реальный труд, вместе с семьей, жена крестится, и все это там с фотографиями, как и город Ярославль. Это на моем форуме. Вот откройте когда сайт, а вверху написано православный форум Игнатия Лапки. Ну, ты ткнул и на форуме. Дальше регистрируйся, участвуй, вставляй свой материал. Если в Mail.ru зайдете, напишите Игнатий Лапки, ну, допустим, если взять там Волохов Виктор, то там может быть 300 человек таких. Вы даже не знаете сколько. Игнатий Лапки, я один. Ну так, редкая фамилия, редкое имя. И вы там найдете на моем Mail.ru 2800 фотографий, почти 530 роликов про нашу жизнь, как мы живем, собрания проводим, как у нас занятия идут. Вы все там найдете. Вы как будто среди нас будете. Вот Володя снимает, он там как раз есть. Вы Николая не раз там увидите. А как вы объясняете с тем, что все-таки вот почему этот опыт, если он, вы проводите эту работу? Как объяснить, что этот опыт не повторяется в других регионах? Серафим Саровскому это задавал-то, задавали такой вопрос. Почему вообще у тебя получилось? Он говорит, решимости не хватает. Ответ один. Надо решительно это все оставить. Апостол Павел сказал, не буду есть мясо вовек, пить вина, чтобы не подать соблазн. Ты прочитал это, считал? Мясо ешь? Ешь. Ешь мясо? Ем. Я прочитал, больше не ем. Мясо вот. Вот и разница. Почему? Теперь спроси себя. Вино выпиваешь иногда? Выпиваешь иногда? Выпиваю. Я в рот не беру ни грамма, ни капли. Я прочитал, для меня это конец было. Это нынче вот 50 лет, как я на этом остановился. Для меня, если прозвучало, я принял это прямо от неба голос, не буквы в книге. Вот и все. Теперь я спрашиваю, почему? Почему ты не подражаешь Павлу или мне? Павел говорит, подражайте мне и тем, в которых видите образ мой. Я подражаю Павлу 100%. Вот смотрите, нужно в церкви убрать торговлю. Торговли не должно быть. А как же священникам? Святая десятина. Все, что ты заработал, продал, накопал в огороде, все принеси к священству. А попы живут толстопузы, тебя это не касается. Я работаю на корабле. Я только уверовал. И вдруг я слышу про десятину. И ты услышал, но ведь не платишь. А я услышал, и ровно 50 лет уже я плачу 9 десятин. Из 100 заработанных рублей 9, 90 отдаю церковь. 90. На десятку не прожить, поэтому я работаю на двух-трех работах. Я это продержал в таком накале 50 лет уже, 1027 сентября. Почему не другой? А кто нет? Есть так? Никого нет. А там мой характер. Я люблю моего Господа. Я люблю его.
И услышав однажды, мне больше не надо повторять. Вот и все. Как вопрос его задали? А батюшка, а как он должен поступать? Батюшка, пришли вот эти 9 из 10, ну, допустим, даже та же десятина. Как он должен распоряжаться этими? Что он, сколько он может из себе? А он должен отдавать, батюшка из десятины моей, должен отдать десятину на нищих, на сирых. Златоуст это говорит или книга? А на себя сколько он должен потратить из этой десятины? А это руководит он, я за него я счет не даю. А есть правила на эту тему или нет? Нет. Это ему принадлежит. Потому что я, допустим, в одном храме видел такое. Вот мне... Так он не должен на себя тратить, он даже не знает еще. Я ведь 9 десятин-то ему руки не отдаю. Я ему десятину отдал, а 8 я несу туда, где подпольно издают Евангелие. А Евангелие распространяют. Я досказываю вам. Нет, в храме я видел в одном храме два ящика. Один прямо написано на содержание храма, да. А другой на содержание это две десятины, священника, его семьи. Которая на священника, это одна десятина. Вот это вторая, которая, это на содержание храма. И третья десятина, это книга Тавит 1.8. Посчитайте. Третья, на нищих сирых, двух одиноких. Кто щедро сеет, щедро жжет. Вот к этому относится. Три десятины Тавит платил всегда. Но я решил, я никого не принуждаю, чтобы это, платили. Это какую веру надо иметь Господа? Ну, у меня вот такая вера. Я не мог отступиться. Почему вот когда меня судили, судья говорит, вот посмотрите Лапкин, весь зал, все верующие. Почему мы никого не судим? Я тогда встал и говорю, вы слышите, что говорит судья? Идите прямо за Христом и со мной рядом сядете. Какие вы счастливые будете. Значит, нету такой... Да, вот они когда приговор уже вынесли, ну, вы поняли, что я вот так стою там за решеткой, я говорю, вот так шагнул два раза, и вот два раза шагну и на той стороне буду, вместе с пророком Ильей. А вы ничего не сделаете. А вот Евангелие на каком лучше языке читать? На русском, конечно. Для русского, русском, для японца, на японском. А богослужение все-таки у вас... Вот, у нас идет на церковно-славянском, но все библейское, псалтырь, Евангелие, Париме, все считается на, прямо по синодальной Библии на русском языке. Мы добились. Епископ запретил нас на 3 года касаться русского языка. Мы послушались, писали в синод, добились, теперь слушаем. Надо настойчиво добиваться цели. Вот меня спрашивают, ну вот препятствия, у вас были препятствия, которые бы вы не могли обойти? В одном месте так я не могу. В богослужении. Вот эти 40, Господи помилуй, ничего глупее не придумаешь. Господи помилуй, Господи помилуй. Это неверие. Больше, чем 3 раза никогда не надо говорить. Он меня просил. Вот считает канон Андрея Крицкого. И все, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Это канон написан для оглашенных. Мы его составили на 3 части. Молитва 3 частей. Первая, просительная, дай прости. Вторая, благодарю тебя, за все благодарю, написано, за все благодарите. 1 Фессалоникийцам 3.18. И третья, это архангельское словословие, слава Сую Сыну, аллилуйя. И вот мы канон сделали, помилуй меня Боже, 2 часть считается, те же самые события, на благодарение, и 3-я, на словословие Святой Троицы. Народ расходиться не хочет. Кончится Андрея Крицкого, вот когда считается, там, в первые 4 дня, а люди выйдут у нас в трапезной, сидят, поют и поют. Это такой запал дает. А почему Андрей так написал? Потому что Андрей, архиепископ Кесарийский, он подписал анафему 6-му Вселенскому собору и всю жизнь каялся, просил у Бога прощения. Я не проклинал 6-й Вселенский собор, мне это не надо. Мне надо Бога славить. И все время Господи помилуй, это говорит о невозрожденной душе, о мертвости. Люди не понимают, даже когда я говорю, как так, да это Андрей, не трожьте Андрея. 504 события библейского перевел в покаяние. Я беру 3-ю часть, перевожу в благодарение. А как? Ну, например, так он говорит, Господи, ниневитяне согрешили. Как тяжко они поступили с тобой. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я такой же, как эти ниневитяне. Я говорю дальше, ниневитяне согрешили. Но милосердие Твое послало к ним пророка. Как Ты благ и милосерд, Господи! Хвала Тебе! Благодарю Тебя! Я такой же и жду Тебя. Я так к примеру говорю. 3. Господи, ниневитяне согрешили и пали, но милосердие Твоим нет конца. Как Ты благ и велик! Тебя за это воспевают ангелы и херувимы. Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе! Это тот же самый канон, но он зазвучит в другой тональности. Можно своими словами молиться. А должно быть так. Филиппийцам Павел говорит, открывайте перед Богом свои желания. Свои желания, а не только... Да. Мы читаем правила, читаем по уставу, как положено, утреннее, вечернее, псалтырь на русском языке, но обязательно своими словами.
У нас своя нужда сегодня, чтобы Бог нас сокрыл, защитил, помиловал, открыл сердца людей, где мы встречаемся, дал нам приют, вот он дал, мы здесь и не думали быть. И вдруг какой-то Виктор, уехали, Виктор нас провожал, а другой Виктор тут принял. Понятно. Так, вы знаете, мне сейчас надо, к сожалению, ехать, да? Знаете, сейчас, вот, я понимаю, что... Вы сейчас, у вас какие планы-то? У нас планы такие, в первую очередь, завтра нерабочий день. Мы встаем в 4:40, это всегда такое правило. Чтобы помолиться можно было, не торопясь почитать Евангелие, но в дороге это сокращено. Зато днем мы несколько раз останавливаемся у дороги и молимся. Доехать до Листвянки. Это у нас как бы конечный. Дальше идет Улан-Удэ, Бурятия, там, может быть, и русских-то никого нету. Но я поверну на север, так думаю, какие там районные центры, а только два, может. Дальше у нас распределенно возвращаемся назад, из Красноярска опускаемся мы, там, где он отец-то этот? Василий? Нет, из Красноярска-то, отец Геннадий. Геннадий Абакан. Абакан. Абакан и Минусинск. Все. Понятно. И дорога, вот сегодня мы были в Усть-Усольском. А как вы относитесь к идее крестных ходов? Разные крестные ходы, это неоднозначное явление. У нас крестные ходы совершаются, но они как совершаются вокруг храма, когда праздник престольной иконы обнесли и все. Но бывает иногда тяжкое состояние, один человек у нас начал безобразничать и не выезжает. Никак, ну безобразничает и ничего нельзя сделать. Тогда батюшка предупредил, если ты не выйдешь, мы сделаем крестный ход. И к нему еще один пристал. Снова батюшка его предупредил, тогда он вечером прибежал, упал и просит прощения, не захватите меня. Тогда утром крестный ход, и мы прошли вокруг, захватили его дом и пришли домой. К вечеру его уже не было по сегодняшний день. У нас великая вера и сила, его как будто бы огромный торнадо сдул и больше никогда не было. Крестные ходы должны быть, как Иерихон, когда нужда, беда какая-то. Начался этот куриный грипп, скотина дохнет, то объявили крестный ход по всей деревне. Батюшка шел, водой кропил, диакон держал его, говорит, кропила. У нас никогда ничего не бывает, ни болезнь, я за всю жизнь одной таблетки не съел. Они мне не нужны. Просто, а вот крестный ход из Барнаула в Коробейниково. В прошлом году мы были в Коробейниково. И когда приехали туда, попы вызвали милицию и натравили. Буйные, бешеные псы. А почему? То есть вы в самом крестном ходе участвовали? Нет, не участвовали. Мы приехали на машинах туда. И прошли по всей деревне, в каждый дом. 450 новых заветов раздали. И только в трех домах нашли новый завет. А почему так попы отношение такое? Он же... знаете, написано такое, апостол Павел Галатам говорит, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Больше никак. Ничем нельзя. Они из баптисты не воюют, ни с мусульманами, ни с мусульманами, только нам. Потому что мы показали, это не православие, что у них. Православие – это чистота, это нежность, это целомудрие, это братство, это возвышенность, это прорыв из этой тьмы. А там ничего нет. Вышел с таким вот, говорится, с такой мамоны перед народом. Почему к народу, поп, не идешь-то? Нет, еще и проповеди нет. Я еще объясняю. Вот наша сестра Нина с нами там ходила, и она у одной бабушки спрашивает, что у вас есть Евангелие? Есть. Она выносит сонник, вот такой толстый, сны. Так это сонник, так это божественная книга. Я говорю, Евангелие вам нужно? А что это такое? Ну, Евангелие. А, я думала, что это помянник. Ну, что надо, отец Роман помянет. Народ дурной, глупый, оболваненный попами. Потому что слово-то Божие не говорят. Да, они не говорят. Совсем. Не говорят, да. А если он говорит, то говорит так, говорит, глаза закатит под потолок. Сам не знает, о чем говорил. А вот Георгий, он же катехизатор в храме. Он что? Катехизатор. Оглашает. Ну, это прекрасное дело, но если он знает и говорит, как должно. Вы должны на первое место вывести слово о Христе. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. А дальше ты не выйдешь на катехизацию, пока не будешь облечен силой Духа Святого. Апостол сказал, вы сидите и ждите обетованного Духа Святого. И будете мне свидетелем до краев земли. Вот мы идем, вы сидите. Разница есть? Мы идем, вы сидите. Так мы идем-то только это маленький отрожек, куда мы идем. Так мы идем-то не с пустыми руками. Вот только сейчас за одну поездку 750 килограмм только литературы раздаем. Каждый христианин обязан проповедовать Слово Божие. Да. Каждый. Всюду и везде, где ты есть. Но раз я это услышал, проверь сегодняшний день, кому ты засвидетельствовал, кому говорил. Когда ты вчера встречался с кем, кому ты засвидетельствовал, кому показал Христа. Вера
и дела это выходит. Да. Вера Яков и так дела. И говорит. Вера без дел мертва. Если подадите, говорит, чашу холодной воды, напоите пророка, получите награду пророка. Это ваша награда, что мы у вас остановились. Вы этим самым выполнили долг Божий. Я сегодня просил, ребята, не надо заезжать. Его нет дома, поехали скорее за поле, на поле дальше уедем, мы сразу сворачиваем лесополосы. Мы бы, если бы они меня послушались, но они своевольничают. Ну, вот. Мы же перед Богом ходим. А понимаете как? Ну, а у нас видите, такая свобода, что я не диктатор. Я такое только предложение дал, и в угол опять закатился. А они дальше катаются, делают как хотят. Спасибо, Господи. А такой вопрос, вот вы говорили, дары Святого Духа, вот, да. Вот какие признаки? Вот, дары Святого Духа? Да. Ну, вот сравнивается с первым, сейчас со Священным Писанием. Сходится это или не сходится? Ну, проще сказать так. Вы хотите какое-то дело сделать, но духовно оно будет или нет, нужно 4 вопроса ставить. 4 вопроса ты отвечаешь положительно, начинай делать. Даже не сомневаешься. Допустим, ты решил вот эту квартиру разменять на большую, на большую. Или из Иркутска переехать в Ташкент. Первый вопрос ставь. Так, что я ищу, духовного или телесного? На бумаге. А бумагу напиши. Плюс-минус. А дальше, раз, если я сделаю то, то что будет положительно здесь? Духовного или телесного ты ищешь? Разобрался. Что об этом говорит Святая Библия? В третий вопрос ставь. Не судит ли меня совесть за то, что я сейчас вот это делаю? Совесть, обратите свои, потому что совесть это главный индикатор. И четвертое. Не принесу ли я этим делом соблазн для кого-либо? Когда ты ответил положительно, начинай делать. Тебе советчики не нужны будут. Ты больше советуйся с Богом. Притом все это на молитве. Ты решил вот это ответить? Переезжать, не переезжать, не знаю. Угол. Я вот встал, вот покажу, как карман. Вот у меня карман. Я сейчас в карман сюда залезу. Вытащите, что у меня лежит. Ой. Я переложил. Я бы хотел показать. Это в костюме положил, ехали. Лестовка. Щетки. Сто. Ты должен все время с ними быть. Но мы одеваем на себя этот и костюм, я переложил. Она всегда со мной. Как только какая нужда, я в угол. Вот поэты там какие, мои стихи считают, это где вы такие темы берете? Я говорю, у меня угол есть один, красный называется. И у меня есть щетки, я по ним взбираюсь на небо. Вот спрашиваю Бога милости. Когда читают стихи, я в литературном институте читал, они даже не поверят, что такие стихи вообще-то и есть. Они все абсолютно библейского содержания, но называется экстраполяция событий на сегодняшний день. Слово Божие живо и действует. Ты считаешь и говоришь, это про меня написано, а ты считаешь, нет, это про меня. Это Бог так дает. И тему ее нельзя придумать, она просто приходит. Так как? Во время молитвы. Я молюсь, и приходится надо взять карандаш и быстренько первые строчки записать. А вот по поводу соблазна для ближних, да, речь идет о семейной жизни. Ведь, с одной стороны, действительно, я могу поступить так, как мне удобно в духовном плане, но в то же время быть соблазном для своих близких. По конкретному случаю, это соблазн или не соблазн еще. Тут должен быть духовный руководитель, если самого не хватает. Да. Побеседовать и посмотреть. Вот, допустим, оно кажется соблазном. Я побеседую с вашей женой, я ей объясню, и это ваше действие, которое вы делали, оно уже не для нее не будет соблазном. Она увидит великое, какого мужа мне Бог дал. А я-то что думала? То есть она вас будет встречать как царя, как наставника, как руководителя. Нет, а часто.